Приветствую всех на своем канале, а также тех, кто недавно подписался на мой канал. Сегодня будет вот такое видео в таком формате. Кто уже смотрел мое предыдущее видео, думаю, догадались, что видео будет о пустых баночках, а точнее о бьюти-средствах, которые у меня недавно закончились. Видео будет совсем не длинное, короткое, незатейливое. Средств всего будет 7. Не стала много собирать пустых баночек, чтобы не делать видео более утомительным и длинным. Кому интересно, оставайтесь со мной. А я хочу начать. Первое средство, которое я хочу вам показать, это лак для волос профессиональной марки Schwarzkopf Professional. Лак этот у меня уже давно. Сами видите, да, объем очень большой, 500 мл. Он мне очень нравится. Сверхсильная фиксация. Во-первых, он неплохо держит, несмотря на то, что некоторые лаки, даже несмотря на то, что они сильные, сверхсильной фиксации, бывают очень легкими. Но этот оказался, в принципе, достаточно таким удерживающим волосы длительное время. Могу даже смело рекомендовать этот лак для волос с приятным, не резким, как это бывает у лаков для волос, таким ароматом. Очень мне подошел. Я планирую еще купить большой такой же бутыль, так как это очень экономично, это, можно так сказать, не заморачиваться по поводу лака, то, что он может быстро у вас закончиться. Очень удобно. Единственное, не удобно брать куда-то в поездки такие, конечно, большие бутыли, но тем не менее он мне очень понравился. Присмотритесь, кому это интересно. Следующее средство также для волос и также для фиксации волос, марка профессиональная Constant Delight. Спрей для придания объема. Такой сладковатый у него, приятный аромат у этого средства. Наношу я его на влажные волосы, слегка подсушенные. Волосы делает он более плотным и поддающимися, скажем так, укладке. Неплохо фиксирует, в принципе, волосы, делает их более, скажем так, послушными именно для укладки. Ну, лак, конечно, все равно желательно применить после этого средства, так как оно идет жидкий такой спрей, но тем не менее я довольна этим средством, волосы не утяжеляет. Ну, главное не переборщить, конечно, с этим средством, как и любое средство для волос. Ну, он неплохое средство, я бы, в принципе, взяла бы его еще. Следующее средство — это шампунь для волос, опять же, профессиональной марки L'Oréal Professionnel. Шампунь этот беру уже неоднократно, брала уже его несколько раз и буду повторять еще, так как это самый лучший профессиональный шампунь, который я пробовала. Пробовала я немало. Он идет для поврежденных, если я не ошибаюсь, волос. Сейчас я уточню. Так, у нас тут все на английском. Он идет, ну, я, как правило, да, беру для сильно поврежденных волос. Он очень мне нравится. Я им пользуюсь без бальзама. Волосы после него, в принципе, не нуждаются в бальзаме. Они и так мягкие и шелковистые. Особенно если у вас волос не сильно поврежден, но тем не менее он нуждается в восстановлении, скажем так. Он идеально подойдет. Я много марок пробовала, но к этому я возвращаюсь, ну, не часто, но тем не менее к нему возвращаюсь, потому что чередую, где-то профессиональную марку покупаю, где-то просто масс-маркет. Приятный у него такой свежий цветочный аромат, и хватает, в принципе, его, ну, не слишком надолго, но тем не менее, смотря какой длины у вас, конечно, волос. У них также бывает в большом объеме с дозатором такой шампунь, а здесь 300 мл. Очень мне нравится этот шампунь, идеальный для меня, просто идеальный. Следующее средство, которое я хочу вам показать, это средство такое простенькое, скажем так, молочко
уход для тела. Цветок сакуры марки, как видите, Nivea. Я постоянно пользуюсь средствами для тела. Летом в том числе, потому что летом кожа у нас сохнет от солнца, особенно если где-то на речке вы позагораете там. Я как бы все равно пользуюсь. Ну а зимой я ежедневно пользуюсь, потому что у нас район приравненный к северной части, и воздух, естественно, в квартирах становится сухой от отопления, и жесткая вода дает о себе знать, то есть кожа достаточно сухая, стянутая, покрывается даже белым налетом, скажем так, бывает, да, из-за своей жесткости вода вот дает такой эффект, поэтому приходится регулярно увлажнять свою кожу. На этот раз у меня был вот такой вот тюбик со средством. Обычно я, кстати, очень люблю марку Nivea для тела, мне очень нравится. Он, в принципе, хорошо увлажняет кожу. Приятный такой цветочно-сладкий у него аромат, но он потом как сказать, впитывается и уже такой, сами знаете, как бывает, выветривается и не такой насыщенный аромат. Но тем не менее аромат очень приятный, цветочный, сладковатый, скажем так. Очень мне нравится. Кстати, я следующее средство куплю такой же марки, но маленько с другой серии. Следующее средство — это вот такой Easy Spa. Я уже неоднократно показывала эту марку в своих видео. У меня это крем для ног. Очень мне нравится за счет своего аромата. Аромат грейпфрута, освежающий такой, питательный кремушек. Я им даже мазала и руки. Очень мне нравится аромат грейпфрута, как я выяснила в процессе пользования этим кремом. Прикольный, хороший кремчик. Мне очень понравился. У меня, кстати, есть еще крем. Остался от этой марки. Я им сейчас пользуюсь. Но это я вам покажу в следующих видео. А так, крем очень хороший. Кстати, он идет мед и грейпфрут для сухой и поврежденной кожи стоп. С экстрактом грейпфрута, маслом жожоба, витамином Е и мочевиной. Неплохой, кстати, крем. И следующее средство — это марка Виши. Лосьон для лица, сужающий поры. Неоднократно также покупала этот лосьон. Несмотря на то, что когда вы его слушаете, идет запах такой небольшой спирта, но тем не менее он не сушит кожу. Мне очень нравится. Кожа действительно становится после него ровная. Особенно если у вас какие-то проблемные участки. Они все это дело заживляет. Он очень... Лицо, скажем так, становится со временем, если при постоянном пользовании им его применять, то лицо действительно становится, кожа лучше на лице. Также пользуюсь сейчас средствами для умывания и кремом с этой же серии. Но это я вам покажу тоже в следующих видео. Тоника у меня совсем немножко осталось. Мне очень нравится марка Виши. Кстати, кто не знал, это марка L'Oréal. Но уже с другой, скажем так, серии, с другим составом лучше уже идет. А так концерн, по-моему, если не ошибаюсь, у них один. Марка L'Oréal. Очень хороший, очень приятный. Такой достаточно ненавязчивый аромат. Люблю очень марку Виши. Ну и последнее средство, которое у меня закончилось наконец-то. Покупала его очень давно. Это марка Sephora. Средство для снятия водостойкого макияжа с глаз. Также приятный у него ненавязчивый аромат. Средство было двухфазное. Я люблю очень двухфазные средства, так как они практически идеально снимают макияж с глаз. Даже с губ я применяю такие средства. Очень быстро, очень, скажем так, не размазывая по всему лицу макияж, можно удалить косметику. Хорошее средство, как и все двухфазные такие вот средства, скажем так. Ну вот и все, что я вам хотела сегодня показать.
Пишите свои комментарии, пишите свои отзывы, если вы знаете эти средства. Также хочу добавить, что подписывайтесь на мой канал, кому, конечно, это интересно. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мое очередное видео. Желаю вам приятной ночи, приятного у кого вечера. И впереди отличных выходных. Спасибо, что смотрите и оставляете свои лайки. Всем спасибо и пока!